Вместо скучных лекций – мозговой штурм для развития собственного бизнеса. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла фестиваль предпринимательских проектов в университете имени Лобачевского. В течение всей недели студенты представят свои наработки или готовые проекты, которые в будущем можно будет воплотить в жизнь. Это могут быть не только идеи для бизнеса, но и городские акции, конкурсы, праздники, либо предложения для развития городской инфраструктуры. Отбирать наиболее важные проекты будут одновременно на трех площадках вуза. В фестивале участвует около 2000 студентов. Кстати, глава Нижнего Новгорода также является выпускница ННГУ. Училась на факультете ВМК. Она уверена, инициативы молодежи крайне важны. Сегодняшние студенты через несколько лет будут определять уровень и комфорт жизни в городе. Я совершенно уверена, что мы вместе с ними, мы сможем им помочь, сможем сделать что-то полезное для города. И для этого есть такие инструменты, как муниципально-частное партнерство, инструменты концессионных соглашений, инвестиционных контрактов, инструменты предоставления каких-то рассрочек, льгот. Поэтому нам сейчас важно начать взаимодействие, а уже вот с их талантами, с их энергией молодой. Посмотрим, что получится. У нас примерно 70% наших выпускников имеют возможность получить предпринимательское образование. В том смысле, как организовать, каковы права, каковы обязанности, каково законодательство и так далее, и так далее. Ну вот и еще хотелось бы побольше возможностей. Ну, мы писали уже на предыдущих курсах разные бизнес-планы, бизнес-проекты. Но в основном они были связаны с развитием творческого потенциала, там всякие тренинг-центры нового характера и так далее. Опять же, отличный стимул для нашего дальнейшего развития. Мы сейчас уже на 4-м курсе и на том пути, где стоит уже выбрать, да, на какую специальность дальше нам идти, да, в какой сфере развиваться. И данный фестиваль как раз позволяет нам проявить свои качества в этой сфере.